Добрый день. Прилетели сегодня в Прагу. Разместились отель «Аладдин». Сейчас сниму про него. Вот вышли с лифта. Третий этаж. Уютненькая комната, коридор. Такой фойе. Нам дали 32 номер. В коридоре зеркала, лампы. Вот наш номер. 32. Так, что тут в номере? Привет. Привет. Вот такой вот номер. Вот. Одна кровать. Однушка. Шикарная двухспалка. Лампочка, телефон, тумбочка. Зеркало большое довольно-таки. Да. Вешалка присутствует. Шикарный шкаф. Вешалка. Где можно разместить вещи, все удобно. Пока очень довольна. Основной в туалет еще не заходили. Подушечка запасная. Да, запасная смотри, подушка. Смотри, сколько подушек получается. Телевизор ЖК хороший. Вот. Очень. Холодильник самое, нашла. Самое, что классное, это холодильник. В номере присутствует. Это очень радует. И в охранить езде. Да. Чешская. Прикольно. Такие вот два окна. Что открыли. Вид из окна. Что у нас тут? На улице. Что там на улице? Ну, тут дорога. В принципе, машины. Особо ничего интересного. Вот еще тумбочка. Картина на стенах. Ну, надо, наверное, включать как-то. А, наверное, может, там они включаются. Да. Так, ну пойдем самое главное, посмотрим. Полотенце. Туалет. Сколько синие и белые. Ну, да, насчет и этого. И вон еще полотенце. Ох, ну тут, конечно, тесненько очень. Побольше, чем в Италии. Да. Вот такой вот унитазик. Бумаги зато куча сколько. Бумаги. Фен. Фен. Главное, все время это фен. Мыло. Ну и душевая стаканчик. Кабинка. А стаканчика нет тут, получается, всего? Ну и душевая кабинка вот такая вот. Ну, выскакивает. Ну, что, как тут открывать-то? А может, туда она? Сейчас будем разбираться. Да, как еще открыть-то? Ну, вот пока как-то так. Вода. Горячая пошла, отлично. Унитаз смывает, все чистенько, красиво. Пока все очень-очень радует. Особенно кроватка вторая, дополнительная. Прям раз и на другую лёг. Дополнительная кроватка очень впечатляет. Да. А это одеяло как, да, и заправлять? Не знаю. А это одеяло. Но вот пока размещусь в номере. Телевизор хороший. Телевизор хороший. О, есть флешка. Вот. Бокалы под пиво. Wi-Fi тут бесплатный в номере. Дали нам пароль, сейчас будем подключать. Пока все очень радует. А картина какая? Дальше расскажу в следующем видео. Смотри картину. Как, что, чего, расположение. Как будто рядом ландыша. Сады. Гавличес или как там называются. В следующем видео. Пока номер ковры. Радует. Очень красиво. Следующее видео. Расскажу расположение и прочие отели. Ой.